Потому что они соберут кучу денег и по всему миру смасштабируются, потому что это реально интересный проект. Движемся. Сергей Севастьян. Давай. Здравствуйте, друзья. По независящим от нас обстоятельствам, спикер, который должен был презентовать наш проект, выступить не сможет. Поэтому выступлю я. Меня зовут Алексей. Я руководитель проекта «Рукоин Логистик». На сцене я первый раз, поэтому я очень нервничаю. Но я слышал, чтобы не нервничать, нужно представить всех сидящих в зале голыми. Поэтому простите меня. В торговле существуют проблемы недоверия контрагентов друг к другу. Продавца к покупателю, покупателя к продавцу. Продавец не хочет отправлять свой товар, не получив оплату. Покупатель не хочет отправлять предоплату, не получив товар. В логистике сопутствующих проблем еще больше. То есть сложно контролировать состояние и условия хранения грузов в пути. Сложно применять штрафные санкции к сторонам контракта. Спорные вопросы при разделении зон ответственности. К решению данной проблемы наш институт подошел в исследовании реального сектора экономики в области логистики, ритейла и страхования. Наша система взаимодействует с датчиками температуры, влажности и другими датчиками. Автоматически исполняет контракт без возможности его изменения. Выявляет ответственного за любые некорректные действия с контрактом. Базовая технология может быть выполнена как на смарт-контракте, так и на веб- и мобильном приложении. Но все данные в любом случае будут неизменны, так как они записаны в блокчейн. Обзор рынка. 120 миллионов – это рынок мониторинга сопровождения грузов. Это GPS-маячки. 1,5 миллиарда тонн – это объем грузовых автомобильных перевозок за 2016 год. Более 78 миллионов – это не объем, здесь ошибка, это количество коммерческих автомобильных грузовых перевозок за аналогичный период 2016 года. Мы планируем более 1 миллиона смарт-контрактов, здесь тоже опечатка, и за 6 месяцев заработать более 500 миллионов рублей. Наша система преимущества – это прозрачность. Все данные неизменны, записаны в блокчейн. Каждый участник системы видит все изменения. Собственных средств мы инвестировали больше 10 миллионов рублей в исследования и разработку технологий, применяемой в нашей системе. Технология прошла тестовые этапы, готова к реализации. Возможно исполнение ее в виде смарт-контрактов, либо на технологии блокчейн с применением мобильного приложения, либо веб-приложения. Мы предлагаем инвесторам принять участие в нашем проекте на условиях 800 тысяч долларов, 20%. Наша команда, наш институт. Спасибо. Отлично выступил. Благодарю тебя.